Все гостиницы и другие средства размещения туристов должны пройти обязательную классификацию, то есть иметь свою звездность, иначе будет наложен запрет на оказание гостиничных услуг. Эта работа началась еще в июле 2019 года с гостиницы с номерным фондом более 50 номеров. Мадина Каракетова подробнее. Свою звездную категорию к 2022 году должны получить все без исключения отели, иначе им будет просто запрещено заниматься гостиничной деятельностью. В 2019 году такую классификацию прошли гостиницы с фондом более 50 номеров. С 1 января 2020 ее должны были пройти отели с номерным фондом более 15 номеров. У остальных владельцев гостиничного бизнеса и иных средств размещения туристов и гостей есть еще целый год, чтобы уладить такой важный для успешной работы нюанс. Карачаево-Черкесская республика славится своими курортами. Ежегодно туристический поток в республику увеличивается, строятся новые гостиницы. С 1 января 2022 года классификацию должны пройти все гостиницы и средства размещения без исключения. Гостиницы классифицируются по системе, в которой предусмотрена звездность. Они классифицируются 5, 4, 3, 2, 1 и совсем без звезд. Критерии оценки звездности подробно расписаны на 86 страницах. Сюда входит все, начиная с высоты потолков до наличия зубной щетки в номере. По словам первого заместителя министра туризма, курортов и молодежной политики Карачаева-Черкесии Артема Овчинникова, сертификацию гостиниц будут проводить аккредитованные организации, а свидетельство о присвоении определенной категории будет действительно в течение 3 лет. Владельцы гостиниц обязаны довести до потребителя информацию о присвоенной классификации и своей звездности. Введение обязательной классификации гостиниц будет способствовать увеличению туристического потока в республику. И развитию внутреннего и въездного туризма за счет повышения конкурентоспособности гостиниц. Всю подробную информацию вы можете найти на сайте Министерства туризма и курортов Карачаево-Черкесской республики. Предоставление услуг без присвоения объекта туристической индустрии той или иной категории, использование в названии, в рекламе гостиничных услуг звездной категории, которой та или иная гостиница или объект размещения туристов не соответствует, предупреждают в Министерстве туризма, курортов и молодежной политики, будет наказываться по всей строгости закона. Мадина Каракетова, Рашид Туков, Вести, Карачаево-Черкесия.